перестанет отомстил, да. Как он шутил. Ну, во вчерашнем эфире было, как он сделал свидание мне, получается, он списал мне глаза, привел, и лежала Даша в пальнике, и она была вся во фруктах, и он кушал с ней фрукты. Вот, и сказал, что это такой пранк надо мной, что он хотел надо мной пошутить. Ну, и, соответственно, меня это очень обидело. Мне было неприятно, обидно и больно, и поэтому я ему сказала, что я это так не оставлю, и жди ответку. Поэтому сегодня сделала тоже ему подобное свидание. Конечно же, фрукты я ни с кого не кушала, но все же посмотрите обязательно. Ира, посмотрела эфир про месть Вити, просто супер. Спасибо вам. Какая задержка между эфиром и реальным временем? Не знаю. Он проектный. Почему вы так думаете? А сегодня твое свидание показали. Да, 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 показали. Вот. Так что, такие дела. Как мне вообще слышно? Видно нормально? Задавайте вопросики. Я поотвечаю, потому что в эфир я зашла ненадолго. Минут на 10. Может быть, чуть меньше. Почему так мало подписчиков у меня? Я не знаю почему. Потому что вы не подписываетесь. Нет, на самом деле просто я не занимаюсь своим инстаграмом. У меня нету времени, я не умею вести инстаграм, поэтому, в принципе, не борюсь за подписчиков. Вот. И, соответственно, поэтому, наверное, и мало у меня их. Просто для некоторых это важно, количество подписчиков. Для меня это вообще не важно. Не знаю, может быть, начну больше добавлять постов. Ну, я подумаю, что это. Ведь еще какие-то пранки устраивал тебе. Возможно. Ну, он обычно подшучивает просто. Ну, я привыкла. Я стараюсь не обижаться. Как у тебя дела с Витей? Все хорошо. Привет, а Виктор сегодня называется Виктор. Витя, не знаю. Он, по-моему, спортом сейчас занимался. Тренировался. Как к тебе попасть на проект? Так, я в паре. А так вообще на проект можно попасть, подав свою заявку. Можно ее подать на сайте Дома-2, можно написать кастинг-менеджеру. Вот, и кастинги. Ну, в Москве, если, то на Самора Маршелла, дом 5, это там, где Беляева проходит кастинги по средам. Ну, там на сайте подаете анкету, вот, видео можете заснять. Иришка, сильно быстро мне давай, что-то он хитрый, или это нам так кажется? Смотрите, у меня воспитание не позволит быстро ему отдаться и так далее. Я живу сегодняшним днем, мне хорошо с ним, поэтому я не знаю, что будет завтра, я не могу ничего загадывать. Поэтому не знаю, как ответить на такое. Ирина, какая задержка между фирмой? Не знаю. Сохрани эфир. Смотрим. Привет, Витя не обижает. Да все нормально, Витя, все нормально. Когда он меня обижает, я даю ему ответочку, поэтому я научилась с этим справляться. Все хорошо, правда. Не переживайте. Привет с Украины. Привет, Сейшел.
Аринка уехала, это вообще на самом деле. Я уже так привыкла к ней. Мы с ней с прихода вместе жили в одном бунгало, общались. Сложно, на самом деле, когда кто-то уезжает, потому что привыкаешь к людям. Арсен тоже хороший парень, на самом деле. Ну, умные мысли говорил. Тут тоже уехал. Недолго пробыл на проекте. Так, это немного несерьезно, хотя когда пошел, вроде нормальный был. Ой, я не знаю. Ну, может, он просто... Ну, на самом деле, ему просто нравится так прикалываться, шутить. Я думаю, в этом ничего такого нету. Потому что я чувствую от него взаимность. Я бы не сказала, что он несерьезно относится ко мне. Все хорошо. Берите пример с Дани и Тани. А какой пример мне с них брать? У них есть тоже свои проблемы, поэтому... Не знаю. Я не хочу брать ни с кого пример. По дому не скучаешь? То, в принципе, нет, на самом деле, не скучаю. Скучаю только по людям. Это мои родственники, это мои друзья. Это так... Нет, я уже привыкла к этому коллективу, я уже общаюсь здесь с ребятами хорошо, поэтому нет такого, что я каждый день вспоминаю, что там дом и так далее. Да, скучаю чисто вот по людям, с которыми общалась. А сейчас, к сожалению, наше общение на минимуме. Так, какой адрес поляны в Москве? Понятия не имею. Не помню, точнее. Арина классная девочка, жалко, что уехала. Да, согласна. Ну, знаете, ей было уже сложно здесь, потому что она у нас девушка с изюминкой. И ей было сложно здесь построить отношения, и она не понимала, что... она боялась, что к ней не придет какой-то парень там всерьез и так далее. Она подумала, то, что скорее она найдет отношения вне проекта. Вот. Ну, у нее были мысли, да, уйти с проекта, не знаю. Может быть, она одумается, может быть, не одумается, не знаю. Вот, но ей было сложновато уже. А у вас на сейчас делают маникюр? Да, делают. А какое самое запоминающее у тебя свидание было на Доме 2? Ой, свидание, наверное... Ну, вы увидите скоро в эфирах, потом отвечу на этот вопрос. А сейчас с кем из девочек общаешься? Да, в принципе, со всеми по чуть-чуть. С Аней Брянской хорошо общаюсь, с Дашкой там пересекаемся, общаемся. Не знаю, со всеми понемножку, по чуть-чуть. Нет такого, что с кем-то... А, ну, с Розой вот единственное не общаюсь, ну, потому что как-то нет общих тем, наверное. С ней. С Таней совсем чуть-чуть общаюсь. А с остальными девочками практически со всеми в хороших отношениях. Да, бывают, конечно, свои конфликты, не без этого. Но так все нормально. Ты классная, красивая и скромная. Пусть тебя пример берут. Побольше бы на проекте таких девочек. Спасибо большое, мне очень приятно, что вы так считаете и так думаете. И такое мне пишете, потому что настроение от этого поднимается. Спасибо. Как там Глеб? Он с новой девочкой. Глебу едет девочка на Сейшелы. Вот. И он готовится. Но я, честно, не знаю, построит ли он отношения, потому что со стороны она за ним понаблюдала, и все-таки он не умеет обращаться с женщиной, не умеет общаться нормально с девушкой, выстраивать какие-то отношения. Ну, вот все его попытки были просто никакими. Вот. Я к нему хорошо отношусь, но не знаю, получится ли у него что-то с новенькой или не получится, но я в него верю и буду его поддерживать. Как попал на проект, такая молчаливая, расскажи, тоже хочу. Смотри, я общалась с Женей Ромашовым на протяжении долгого времени, с начала его прихода. Вот, и меня пригласили на проект. И таким образом я и попала.
Ну, попасть в проект несложно, просто ну, ты должна чем-то зацепить на кастинге, ты должна быть со своей позицией, уметь ответить и так далее. Уметь ответить и так далее.